Нет. Да. Всем привет! Сегодня я зайду в Chicken Gun и покажу вам, как получить Бэтмобиль, на какой это карте. И у меня он уже есть. Я уже сам был только что ошарашен. И я увидел это видео, у меня все получилось. И если вы будете слушать, и знаете, вот заходим в другие режимы, нажимаем чуть-чуть выше у флага одну штучку. И вот, и все, вы почти готовы. Я когда на первые 7 дней нашел, я уже понял, все, оказывается, это не другой домик. Начать сейчас. Блин, главное, чтобы нас не опередили другие люди. Не надо, очень тихо. Да, главное, чтобы никто тоже не узнал. И надо забраться на дом, я уже не помню. Когда я найду, я вам покажу. Так что все честно, так, погнали. Кстати, пока я ищу, главное, чтобы вас не опередили. Это самое главное. Если вас опередят, то, может быть, вы не сможете найти. Так что вы должны быть первыми. Вот я нашел этот дом. Залезаем в него. Запрыгиваем. И самое главное, чтобы вас никто не опередил. Так, идем дальше. Да, иди смывай. Так, ладно, идем вот сюда. Главное не упасть. И так, идем. И скоро оно появится. Мы прям скоро. Так. Вот здесь идет такой поворот. Если у вас будет слишком долго и у вас будет поворот, все равно идите. Все равно. Даже если здесь уже закончится, идите вперед. Вот уже просвечивается вроде бы там. И вот наш Бэтмобиль. Залезаем. И вторые удары. Выходим в меню. Заходим в оружие. Заходим. Заходим сюда, заходим в машины и вот наша машина, она, конечно, не бесплатная, стоит она 900, этих у меня уже 420, и я попытаюсь на нее накопить эти, и поиграть на ней. Наконец-то, то я уроки сделал, то сделал, полчаса прожил, а потом это накопить. Заходим в машины. И покупаем. Вот какая красотка. Берем самые мощные колеса. И я, знаете, я не, ну, лично я там так еще делал D19K. Он заходил на карту и проверял. Вот я тоже хочу ее проверить, насколько она быстрая, не быстрая. И вот я делаю машинку. Как это быстро у меня быстро. Стоп. А просто. Вау! Вот это так. А еще я знаю, как кое-какой мир. Если подставить этот... А, хотя нет. Ладно, не буду. Вот оно какое быстро. Быстро мы идем до конца. Ну, довольно быстро. Это полоски. Как у QR-кода. Ладно, сейчас я поиграю в это... В этом в гонках, во. Готово. Вот такая вот машиночка. Стоп, я здесь единственный с Бэтмобилем. Да. Ну, это значит, что они не смотрели Дэна 19К. Или меня, или кого-то еще. Так, погнали. Чё? Чего? Почему?
Какие-то там обычные мотоциклы обгоняют. Капец, я на 12-м месте. Один раз ударился, чтобы нажать на кнопку. Погнали. Не, ну здесь уже капец. Здесь уже просто капец. Он же тут закончил. Не, ну это я потому что плохо вожу. Это уже понятно, потому что я очень плохо вожу. Вот и чуть-чуть осталось. Все. Я на 9-м месте. Как я плохо так вожу. У меня на этом, на Бэтмобиле ли у меня 12-11 место. Либо уже сам не помню. Обалдеть. Ладно. Всем я показал, как вам добывать Бэтмобиль. Так что всем пока-пока.